Всех приветствую на канале Русин Тухабейса 88М. Смотрим видео, давно не было, согласитесь. И дабы искупить то, что я должен был типа искупить, 8 штук, как вам такое? Я считаю, 8 это отличное число. Почему бы и не 8? Сегодня будем смотреть 8 видео, которые идут по списку в нашей группе, которые вы предлагали, зрители, вы. Те 8 штук, все они у меня здесь. И первое EOSD из Shellnut. Nut. Nuts. Ладно, поехали, 7 минут. Наверное, это показывает, как должна была выглядеть Toho 6. Может быть. Как-то не идет озвучка из Team Fortress 2 сюда. Раскрыли. Музыка только не вспомню откуда. Ой, ну... Мне это в голове немного по-другому все это представляется. Кого?
Сука, я не могу это смотреть. Ты забыл обо мне? Да! Так. Ну да. Жизненно, жизненно. 2008. А ее бомбы не берут точно. Вот так примерно в Думе было, да. Everything above your neck's gonna be a fine red mist. Told you they were a bunch of away lasses. You wanna hear something funny? Too bad. Ну, мне советовали досматривать видео до конца, но знаете. То, что я уже хочу сказать, как-то это не клеится маленько, но прикольно. Ну, забудьте про канон. Но все же. Есть такие между собойчики. 2013 год. Почти 3 года прошло. Но на то время, наверное, это было видео просто... Я понял, что это было. Ковер. Ковер Минау. В общем, блин, видео классное. Ну, давно было сделано. Это я ценю. Старое видео. Хорошее видео. Не думайте, что это вот так вот село и просто все можно сделать. Нет, это старание. Ну, я не знаю, как-то звуки Стив Форса с вот этим всем. Ну, смешно, но как-то маленько не то. Так, дальше. Безумное убийство под луной. Как мне говорили, типа, прошлое видео с кошмара, жастиками. Тебе понравилось? Давай посмотри вот это. Не очень люблю, когда текст бегает по всему экрану и... Сделайте внизу, пожалуйста. Я не успеваю даже читать. Пока я увижу текст, пойму, где он там. Нафиг эти слова не нужны вообще. Стилистика, конечно, классная. Я люблю как-то.
Лучше внимание, мне кажется, на текст не обращать вообще. Я не знаю. Это петь, наверное, невозможно. Это подлянская экстра, я ее вспоминаю. Пять часов. Fuck yeah, Англия, чтоб я был проклят. Пять часов. Мне показалось, или там на заднем фоне плавали типа клетки в венах. Ну ладно, вы, наверное, не поймете меня. Это из биологии. Такое мрачновастое видео, но стилистика мне нравится. Белое на черном. Не надо мне скидывать Bad Apple, видел. В разных исполнениях, с разными всякими всячинами. Bad Apple я видел. Здесь три цвета. Ну вы поняли, какие. Единственное, что мне не понравилось, в принципе, на японском, возможно, и можно слушать это, но, наверное, сейчас меня многие не поймут. Это чисто лично мое мнение, как мне понравится больше. Вот это все без слов. Сделайте музыку, видеоряд, и мне кажется, больше ничего не нужно. Музыка и, собственно, видео все скажет само за себя. Эти слова, они как-то, пока их читаешь, как-то атмосфера, я не знаю, рассеивается. В общем, это не то. И как-то, я не знаю, может, перевели так плохо. Может, я не знаю, я читаю, и какая-то несвязная чепухень получается у меня в голове. Может быть, я и не прав. Вот, я не знаю. Поэтому видео хорошее, но слова ни туда и ни сюда. Так, World of Golden Tohu. Руссап, 6 минут. Поехали. お、桜。今日の調子はどうですか?めちゃめちゃよろしいね。すごいですね、今日。悔しかった。もう今日もこれ、これ最高やろ。どうだ?なんだい、このボムは。どこまで、どこまで私を魅了するんだい?でも、スペカばかり気にしてても弾幕って意外と育たないんですよ。 だから弾幕打てるのは外見ばかり鍛えててもダメなんですよ。弾幕。お嬢様?お嬢様。見た目ばっかり鍛えててもダメなんですよ。あ、めっちゃこのスカートレベル。わあ、すげえ。玉がすげえ。お嬢様の弾幕は一体どうなっちゃってたよ。だから。 お嬢様の弾幕はそれじゃダメだって私は言ってるんですよ。お嬢様、お嬢様。これなんでパッと見てるの? 乗せてあげるブラですよ。それがいいです。
Мужики, которые озвучивают толпу, но... Такая панча. Сидит шкафик такой. Мы пошли. Все спрашивают. これ頭にのってるの何それ。これはヘッドドレス。腰に巻いてるやつは。これ腰。メイドチョーエプロン。これは懐中ドープ。これはヘッドドレス。これはエプロン。これはカイチュードープ。これパッド。パッドじゃない。 捨ててあげるブラですよ。あ、あれここや。ああ。オレンジ。入りまーす。誰もおらへんね。ビドロスチェーンに吹かせ。神社に出張中なんだな。今の間に紅茶探さな。オッケー、紅茶探そうよ。紅茶どこやろ。紅茶どこなんだろうな。プラント取り入れやつ。探してる時くらい掃除やめろって。掃除をやめる暇なんてないよ。あと入れながら掃除してやる。 これはパッドじゃなくて寄せてあげるブラですよ。あ、柵や。これ紅茶あったで。本当ですか。私ちょっとこれ何を映すから。オッパ、パリ買って。早くこの紅茶持ってかなきゃ。あとそうは。これ何パッド入れてる。パッドじゃないです。寄せてあげるブラですよ。見張ってて。オッケー。見張りながら。 なんでパートじゃないですよ。俺大きくしてたらバレるからちょっと静かにして。なんでパートじゃない。パートじゃないよ。寄せてあげるブラなんだよ。パートじゃないんだよ。寄せてあげるブラなんだよ。バレるから入る。入る。プリターンや。糸切れちゃう。 いつでも解かれた。ちょっと引き。パートじゃないんだよ。腕震え。大丈夫？大丈夫。今紅茶早く持って帰る。すぐ飲ましてやるからな。紅茶を持って帰ろうよ。これなんでパート入れてる？パートじゃない。シャラ。シャラ。寄せてあげるブラなんだよ。シャラ。パートじゃないよ。 パートでしょ。パートじゃないよ。パートでしょ。パートじゃないよ。パートでしょ。寄せてあげる楽があるじゃない。上りも気持ち。あたしのハートがある。静かに。しゃ。あ。お嬢様ごめん。でしょ。お嬢様ごめん。でしょ。お嬢様ごめん。早く早く紅茶持って帰る。祭り様喜ぶぞ。 Фотка такая, да, Сако и Стримили ругаются.
Блин, довольно прикольное видео озвучивали мужики, но все же эти квадратные лица, вот такие вот, больше я ничего не могу сказать про него, потому что это плохо кончится для меня. Ну ладно, ММД, 4 минуты. Слушай, такое ощущение, что смотрю продолжение... Так, возможно, сейчас меня кто-нибудь кинет чем-нибудь, но это... Субтитры же надо. Так, русский. Может, и будет переводить даже. Нихуя непонятно. Догоняющего дверь, чё? Там опять спрятанная сувака была. Пока я ни хера не понял. Он типа болеет, что ли? いや、私も長年生きてますからね。洗濯の頃はよく炊事洗濯などをさせられたり。しませんでしたね。というか、私はサボってばっかりでした。ですが、いざしてみた時にできないことは悪い。そう思いましたので、こう密かに練習だけはし続けていたのですよ。それが こうやってあなたのために役立つのだから、世の中というのは分からないものですね。ババ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 バ
Блять, аж на мышка сработала. Вы должна коробка. Чего? Какая-то ая тут не ая, не знаю. Плюшевая помпушка, блядь.
Вот все, что я понял. Извините за такую краткость. Не то чтобы я тороплюсь, просто... Я понял ничего особенного. Непонятно. О, боже мой. Гран-при уже спойлерят, что ли? А мы придем. Можно ченкаться. Это прикольно. IKS. Ну хотя бы они по-английски говорят. Все, что я понял, это много чен. Ран бегает за чен, ран берет чен, трясет чен, что-то там, чен там, чен тут, ран чен, вот так вот и, ну, чен, чен. Дальше ИО СУС и много японских символов. Чего? Эти физиономии. В общем, кто-то в порыве новогодней ярости обожрался апельсинов и додумал слепить вот это.
Это же как так лобзать на гитаре можно? Вот так вот. Ну, видео, конечно, полный пипец. Не знаю про что. Субтитры, скорее всего, мне не помогут. Понять это тяжело. Рисовка, ну... Вы все сами видели. Сумасшедшая просто. Но, тем не менее, очень прикольная. Хорошее видео. Да, в некоторых моментах там какая-то совсем чересчур дичь, где Рейму что-то съела, через жопу вылезла. Я не понимаю. Это еще одно упоротое. Это чем? Блять, эти физиономии. Вообще просто охереть. Мощно. Мощно. Просто мощно. Автор просто гениален. Я не знаю почему, но мне эта хрень нравится. Несмотря на всю свою просто не поддающуюся логике абсурдность, вот эта вот рисовка, вся физиономия, да еще вдобавок с какой-то мордой рыбой. Я даже уже сейчас точно не скажу, что там было. Это такое мимолетное видение. Но сделано классно. Кто-то очень отчаянно упарывался ради этого. Это того стоило. Последнее видео Chirna the Genius. Одна минута у вас, чтобы удивить меня. Пять плюс четыре девять. Один плюс одиннадцать. Ха-ха, нормально. Девять. Четыре плюс пять. Так, кто-то, наверное, сейчас... В школе что-то подобное делает. Я потерял моего друга. Ее зовут Сувака. Ищу лягушку. Это видео глубже, чем кажется. О школьных страданиях, о тех днях, когда мы математизировали все, что можно математизировать с доски, с учебника и все такое. В общем... Такое видео, я не знаю, как его описать. Видео говорит лучше само за себя. Чирино, цифры. Отлично, да. Просто все про Чирино. Ладно, наверное, на этом я закончу.
8 штук. Вот. Ну, давайте. Держитесь. Увидимся в следующих видео. Всем пока.